Уважаемые абитуриенты, в Университете правительства Москвы реализуется целый ряд магистерских программ по закупкам. И это не случайно. Сегодня закупки – одно из приоритетных направлений устойчивого развития страны, устойчивого развития города и каждой организации. Мне, как руководителю магистерских программ, практически ежедневно поступают запросы о поиске специалистов в сфере закупок, контрактных управляющих. Отвечая на запросы рынка труда, мы совместно с работодателями разработали и реализуем программы очного обучения, управления государственными и муниципальными закупками и управления экспертизой в сфере закупок. Занятия проводятся 3 раза в неделю, 2 будних дня с 18 до 21.00 и суббота, первая половина дня. Заочная форма обучения – программа управления государственными, муниципальными и корпоративными закупками. Включает проведение 3 сессий – осенняя, зимняя, летняя. Между сессиями – выполнение заданий и встречи с преподавателями либо на кафедре, либо онлайн. Занятия проводят высокопрофессиональные преподаватели. Это классические университетские доктора и кандидаты наук, а также ключевые эксперты рынка закупок. Поэтому все наши программы практикоориентированные. Мы ждем вас в университете на наших программах по закупкам.